Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня у нас обзор новых киндер сюрпризов Макси на Тунс с куалой на обложках. Откроем три яйца, надеюсь, будет без повторок. Ставь лайк и поехали! В обычных киндерах в последнее время выходит всякая ерунда. Надеюсь, тут будет что-нибудь интересное. Давайте откроем первое яйцо. Большое и заманчивое. Куала, кстати, прикольная получилась. Наверное, будет в коллекции. Вес этого киндера 158 грамм. Пока что-то непонятное. Всего в новой серии на Тунс 5 животных, и вроде бы в предыдущих коллекциях их не было. Коала с детенышем, бизон, жираф, кит и полярная сова. Зверей взяли со всех континентов. Игрушки, как обычно, можно оживить в приложении Apple Do. Для каждого животного есть описание. Про кита мы знаем, что он может вырасти до 30 метров в длину, а вес от 2700 кг до 180 тысяч. Представляете, какая махина! Питается рыбой, скорость может развить до 56 км в час. Большой кит прилег на камушек, решил отдохнуть. Похоже, рыбы объелся, лежит теперь, переваривает. Судя по морщинистой коже, кит уже довольно старый. Он составит компанию акуле и касатке из предыдущих серий на Тунса. Пасть у кита не открывается. На носу есть какие-то наросты. Точно такие же на плавниках. Скорее всего, для оборонительных действий. А то вдруг какой-нибудь сумасшедший хищник решит на кита напасть. Я бы не осмелился. Низ у него похож на бороду. Старенький кит поглядывает на нас. Сделана игрушка неплохо. А еще у него есть колесико. Если его покрутить, кит приподнимется. Правда, немного, старенький ведь уже. Откроем следующий киндер. Его вес поменьше, 144 грамма. И тут новый зверь. Жираф. Его рост может достигать 600 сантиметров, это 6 метров, настоящий башенный кран. Вес до 1000 килограмм. Питается яблочками и листвой. Скорость 60 км в час. Кита может обогнать. Жирафа зачем-то упаковали в дополнительный пакетик. Будем собирать. Смотрите, какой большой, длинношеий красавец. Еле в камеру помещается. До этого у меня уже был из Натунс жираф, правда маленький, из маленького киндера. Пятнышек не пожалели, раскрасили неплохо. Морду сделали конопатой. Взгляд у него суровый. Рожки присутствуют и маленькие ушки. У жирафа подвижные задние ноги. Это чтобы он лучше дотягивался до вкусных листочков. А также он может опускать шею. Есть что-нибудь внизу и наверху. До всего достанет благодаря своей огромной шее. Интересно, кто будет в последнем киндере. Вес его 156 грамм, на 2 грамма меньше, чем кит. Надеюсь, не кит попадется, а кто-нибудь другой. И еще один кит. Нужно лучше киндеры взвешивать в магазине. 2 грамма не вариант. Нужно другие веса подбирать. Вот такие классные животные в новой коллекции Natunz Kinder Maxi Surprise. Все звери новые, в предыдущих коллекциях их не было. Больше всего хочу найти полярную сову. А вы собираете новый Natunz? Кого уже нашли? И как вам эта серия? Напишите в комментариях.
Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку с шоколадом. Шоколада много!